Ну что, не могу, к сожалению, поздравить вас сегодня с победой. Как, на твой взгляд, почему так много пропустили? Я думаю, все дело в тактике. У нас ее не было, мы ее не придерживались. Вот. Как считаешь, если бы Григорий Митрофанов подъехал чуть раньше, сложилась бы игра по-другому? Да, возможно, мы бы не обливались и было все в порядке. Возможно, но утверждать не могу. Павел, а когда ждать ваш новый трек о выступлениях команды на пляжке? На пляжном футболе? Не знаю, в июле можно, там будет летний альбомчик. Там про пляж, не про футбол, про пляж. Ну, все-таки взаимосвязь какая-то присутствует. То есть команда, в принципе, вдохновляется и, наверное, довольна больше тем, что просто выходит поиграть? Да, просто побегать для себя футбол мы любим все и любим в него играть. Для нас состязание не важно, главное футбол. Главное участие, не победа. Вот это девиз Shadows, я думаю.